В принципе, мы для себя календарный план запуска канала определили. Самый главный вопрос, который нужно сегодня решить с заказчиком, это вопрос финансирования, который вот сейчас начинает решаться, исходя из того бизнес-плана, который мы подготовим, и тех необходимых затрат, которые мы считаем необходимо произвести для того, чтобы этот канал работал, был конкурентоспособным, во-первых, телеканалом, который работает на других платформах, что называется, потому что вы знаете, телеканалов детских очень много. В кабельных сетях и порядка 20 телеканалов, там везде мультфильмы, везде прекрасно. Я сейчас внимательно смотрю, очень хороший телеканал. Но я знаю их бюджеты, поэтому нам нужно и при относительно скромном бюджете, я уж так планирую, что это будет относительно скромный бюджет, не бюджет канала «Карусель» 900 миллионов, который сейчас составляет год, при достаточно скромном бюджете сделать, тем не менее, конкурентоспособный детский канал.